Он мне говорил, что его можно будет обнять. Я не знаю, что это значит. А меня не взяли, его взяли. Это Аинка, сори, это вообще другое. Молодые люди, всем привет. Меня зовут Эрик Шоков, и сегодня мы проводим экстренный турнир. Не было никаких анонсов, все было за 24 часа. То, что сейчас вы видите, эти ребята пришли за меньше, чем один день. Они будут бороться все за один приз на карте 1-1. Аимка. Сейчас вы увидите то, что мы будем сегодня разыгрывать. Коврик G640, веб-камера StreamCam, мышка Superlight G Pro, клавиатура G Pro Logitech беспроводная. Наушники беспроводные G Pro X, сам компьютер там будет 2060 и микрофон в Блиете. Это прям какой-то стример будет прокачиваться. И сейчас вот этот парень из компании Lightflight подготовил компьютер для этой прокачки ПК. Я не знаю, что там выйдет, уже два дня я не знаю, что там. Поэтому сейчас я увижу впервые... Стоп. Я что хотел сказать? Этот компьютер олицетворение нашего отношения к тебе и к вашим подписчикам. Я тебе уже не раз говорил, что твои подписчики, они прям, ну, очень полюбили нашу компанию, и это прям факт. Поэтому это компьютер для тебя. Так, мои догадки, ну, там должен быть CyberShock и X-Lightflight, наверное. Нет. Он мне говорил, что его можно будет обнять, я не знаю, что это значит. Обнять, именно обнять. Хорошо, ладно, все. Розовый? Ну, обнять, ладно, можно. Мило, мило, ну, мило. Ты не обнял. Да. Так, а у нас девушка, кстати, не участвует. Представь, было бы символично, девушка бы выиграла. Для тебя, Эрик. Это самый дорогой ПК за всю историю. 2060 мы никогда не устанавливали. По-моему, 2060 нет. Но суть в том, что учитывая сейчас с ценами, это, конечно, кошмар. В общем, да, это самый дорогой по праву компьютер, который мы делали. Я еще должен, кстати, сколько видеокарта стоило? Ты, в общем, раньше такая видеокарта стоила 26, а сейчас? Сейчас она около 70. Майнер. Ребята, майнер, успокойтесь, пожалуйста. Ладно, все, давай начинай тогда. Да, все. Кому-то сегодня мы отдадим этот ПК. Ну и, понятное дело, монитор 2546, 240 Гц, Zowie. Он также идет в комплект. Я думаю, что можно начинать. Сейчас я расскажу ребятам, кто с кем будет играть, и начинается посадка. Я подписчик Эрика Шокова. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчик под видео, комментарии оставляйте. Тут как бы шурма, все вкусно, хорошо. Первая игра. Аитов против Иванова. Поднимите руки. Это ты, да? Окей, иди. Получается, ты с Аитовым играешь. Так, Тимофей и Федоров. Максим Клуб и Соручан. Так, все, игра пошла, люди играют. 5 игр подряд они уже начали. До 16? Да, игра до 16, у каждого был один. Проигравший сейчас этих игр уходит. К сожалению, сразу же у нас нет Double Elimination, это сингл. А победитель проходит дальше в 1/16. Потом будет 1/8, 1/4 и финал. Финал у нас будет BO3. Карта, кстати, играется сейчас IMAP Remake. То есть это карта Сабишока, которую мы переделали, сделали ремейк очень классической старой карты. Поэтому это ее первая сейчас реализация. 3-3, 5-2, 2-3, 4-2. Пришли поболеть за друга? Да. За брата. Вот, за брата? Да. Ну почему решили поддержать? Ну, потому что это мой брат. Потому что я ему об этом турнире рассказал. О, реально? Да. А меня не взяли, его взяли. Ну, у него 6-й левел, там 10-й, там немного уровни разнятся. Все. Эрикс, хорош! Так, у нас есть первый победитель, человек, который не вылетает. Это 10-й против 10-го левела был. Так, ты у нас проиграл, да? Да, спасибо за участие. Его выиграл Кондрат. У нас считаются фаворитами такие игроки, как Хаб, Кондрат и Элайс. Вот, Элайс у нас вот здесь. С этим он выигрывает? Нет. Что-то фаворит у нас. Он, этот парень, приехал из Казани сегодня. Выиграл? Так, поздравляю. Какой у тебя ник? Богданов. Глеб, ты проиграл? 2400, да? Проиграл? Проиграл. Кому? Кому? 2300, это? 2300. Это Аинка, сори, это вообще другое. Да. Ты ну, же сам знаешь, что это вообще не то. Ну, это совсем другое, конечно. Это нормальная игра. Плохо, блин. Так, все, у нас победа. Поздравляю. Это поражение? Да, да забей. Спасибо, все. Я видел ПО просто. Элайс проиграл. Элайс проиграл. Чел. Говорит из Казани. Элайс из Казани проиграл первую же игру. А кто его выиграл? Восьмой левел. Бро, ты восьмой? Ты восьмой левел?
Нет, девятый. Девятый левел выиграл Элайза. Бро, поздравляю. Но это, если ты его выиграл, это фаворит был. Кстати, хорошо, что Элайз не выиграл. Я бы пришлось бы в Казань ехать, мы бы не успели. Что произошло? 7 раундов. Минус 90 в финал. Минус 90? 7 раундов. Ну, бывает. Спасибо, что приехал. Сам расстроился, пиздец, снимал. Я так расстроился, что как будто я сам из Казани приехал, реально. Ладно, сейчас будет следующая посадка. У нас уже есть 5 победителей. Идем дальше. Сколько ты ехал сюда? Я ехал сюда 3 часа. Но, считай, я вот вчера проснулся в 7 утра и до сих пор не ложился спать. Я вот как увидел, что анонс ролика, ой, что анонс турнира был, я сразу начал писать, собирать деньги там. Как ты собрал деньги? Ну, изначально мне брат предложил поехать. Потом, когда он узнал, что турнир будет сегодня, он, ну, сказал, что, скорее всего, сумма не наберется. И поэтому я начал уже писать знакомым. У меня нашлись люди, которые готовы были меня проспонсировать. И когда я подал заявку, уже после этого мне сказали, что вот, к сожалению, не получится, денег не будет. И в итоге в последний момент, когда уже ты мне все пишешь, что либо ты покупаешь билет, либо нет, мне в итоге брат все-таки говорит, все, покупаем билет, ты едешь, летишь, давай, все, красавчик, все будет окей. В итоге я всю ночь не спал, ну, под утро у меня был в 5 утра рейс, меня брат проводил, я прилетел сюда, здесь просидел до утра, ну, вот так. Очень грустно, что вышло, ты вышел из первой же игры, но у тебя были, ну, и ты хороший эймер, правильно понимаю? Хороший. Ты шел сюда с уверенностью, а возможно, ты из-за того, что ты не спал и не смог собраться? Ну, это больше как от нас, как изучать игру. Так, сейчас ребята настраиваются, это вторая посадка. Посмотрим, что получится. Пока была уже неочевидная победа, и Элайз проиграл. Здесь у нас пока фаворитов вроде и нет, я здесь никого не знаю. Так, давайте говорить так. Тут, по сути, вроде все десятого. Но фаворит, этот парень, у него 3000 элло. Мы играли против него турнир позавчера. Он был вроде четвертое место или второе. А, второе место. Он играл в составе Спидака. Этот парень приехал сегодня из Москвы. 8 часов ехал сюда. Было бы, конечно, красиво, если он бы выиграл. Хотя опять прокачивать в Москве. Так, у нас пока тут 3-3, 2-4, 3-0. Пока у парня вообще ничего не получается. Самый молодой игрок, к сожалению, проигрывает пока что 7-1. А, так он выигрывает. Flizzy 2K. 11-3. 11-3. Так, у нас уже есть первая игра. 15-14, самая плотная катка. Если сейчас... 16-14, поздравляю. 16-14, поздравляю. Так, сейчас самая плотная катка. Осталась одна катка. 12-14. 12-15. Nice try, все хорошо. Так, тот фаворит выиграл. Сейчас будет следующая посадка. Да, поздравляю с победой, бро. Ладно, сейчас мы ждем третью посадку, они настраиваются, и мы посмотрим, какие 5 человек проходят дальше, в 1-16. Уф, чувак, ты такой спрей сейчас был. Так, поздравляю. Спасибо. Возможно, сейчас будут первые допы. Первые допы. Да, первые допы. Это девятый. Господи, что он дал? Что он дает? Господи, чувак, один раунд и он забирает просто камбэком. Один раунд до победы. Аккуратно, собрался. Ай-яй-яй. Вторые допы. Ты выиграл? Красавчик. Восьмой левел выиграл 10-го. Ладно, и осталась последняя игра. Тупак против Виза. 15-14. Вторые допы или нет? 18-16. 18-17. Могут быть вторые допы. И внимание. Это вторые допы. Хорош. Так, ну что ж, осталась последняя игра. Все,
все. Это была победа, которую мы даже не заметили. Очень быстро был. Только что закончилась последняя игра. Сейчас начнется 1/8 этого турнира. О, привет, Ваня. Смотрите, кто пришел. Я заскочил посмотреть. Да, ученик лайфхакера. Ты перестал играть в CS? Ну, сейчас, да. Учил. Да. Но поигрываю. Ты учишься сейчас? Да. Еще год. Такие дела, ребят. Вспоминаем легенду. Какие дела? Небольшая рекламная интеграция. Сейчас мы на сайте GGDrop, и я кручу барабан, где может упасть от бесплатного открытия кейса, заканчивая куча предметов в контракты. При случайных скинах при пополнении 600 рублей. Не, ребят, давайте без этого. Я ввожу промокод ПАТАРАУЛИ и получаю прокрутку еще одну. Мне падает 35% к депозиту. На сайте до сих пор действует штука, что если ты закидываешь деньги себе на счет на GGDrop, то ты получаешь подарки. Первые три приза за депозит 150 рублей, остальные за 1000. Каждая 1000 рублей — это новый подарок. Ну а также тут вышли новые кейсы. Я предлагаю открыть кейс к чау. Открою два раза. Вау, кстати, у меня накоплено уже 900 рублей, пока я открывал кейсы. Я заберу этот кэшбэк. Хороший кэшбэк. О, мне выпал второй шанс. Боже, GGDrop так изменился. То есть он сейчас не похож на обычный сайт кейсов. Он какой-то мега навороченный. О, господи, сколько же скинов здесь. 800 рублей на контракты. Не смотри, что выпало. Смотрим. 1800 рублей. 2000 рублей на контракт. Смотрим. 4000 выпало. Так, я думаю, что на этом есть смысл взять паузу и продать это. Ссылочка на GGDrop я оставлю в описании. Ну, а мы идем дальше. Так, первая катка. Иванов против Кипкало. Счастный. Против Каливатова. Калинин. А, привет. Так, ты против Жамулаева играешь. Так, у нас тут начинается пот. Вторая половина почти что в каждой игре. У всех один раунд до первой половины. Вы представляете, что кто-то из них, он будет сегодня в прокачке? Ты проиграл? Да. Ну, блядь, 3500 его молодой человек. Поздравляю. Давай. Человек из Москвы. Из Москвы приехал и сразу же... С умной ногой. Две победы. Две победы. Как у тебя? Ты играл против неслабого игрока. Что думаешь? Почему забрал? Как забрал? Сильнее. Ты на уверенности, по сути, приехал из Москвы. Да. Это по приколу или ты реально ждешь? Нет, вы еще. Я рассчитывал выиграть. И у меня такое волнение было, когда мы в 10 утра просыпаемся в поезде и видим, короче, анкеты, что нас нет. Мы едем и с полным фейспалмом. Да, ну, типа, ты написал анкету, но не было нигде сообщения о том, что ты участвуешь. Ты же, ты понимаешь, я тебе не писал, что ты участвуешь. Да. Я написал только тем, кто участвует. Да. Ну, не разворачиваться же. Надо пытаться. Ну да. Вот. Пока идет. Посмотрите, какие плотные раунды. 14-13, 15-15, 14-15. Ай-яй-яй. Здесь было очень близко. Кондрат покидает. Спасибо. Кондрат, спасибо за участие. Ладно. Да, нормально, бро. Так, у нас получается осталась одна игра. Ой, и ты выиграл. Бро, поздравляю. Какие у тебя мысли после катки? Да я просто музон пробил, да и все. Аж, какой музон? Макскорж? Ничего, да не, я там фанат Авичи, там что-нибудь такое. Кто здесь выиграл? Ты? Поздравляю. Как? Какие у тебя эмоции после катки? Приятно выиграть, но нервы играют свои. А какой у тебя был счет? 16-14 выиграл. Блин, это жесткая очень победа. Ты там парень переволновался. Парень переволновался? Да. Ты замечал по его движениям? Да, ну мы там лохи два. Ладно, ну ты в 1/8, поэтому поздравляю. Спасибо. Так, все, сейчас будет все потнее и потнее. Сейчас у нас еще будет 3 игры. И тут уже решится, кто будет в 1/4. 8 игроков останется. И там уже... Уже совсем скоро мы узнаем, кто получает прокачку пока. Пошла игра, про игроков я не особо много знаю. Здесь у нас 4-6, а тут 7-6. То, что я знаю про этого парня, он играет в команде киберклубов, клуб Кибертрак. Поэтому он среди питерских считается хорошим аймером. Все, у нас закончилась игра. Ты самый культурный здесь человек. Не кричу сосать? В маске. А, спасибо. Вам это почему? Так, получается, вторая катка твоя. Да, 1/4. Моя. Слушай, а мне пересаживаться или оставаться? Пересаживаться. Ну, пока мы не знаем, против кого ты будешь играть. 12-15. Прямо сейчас. Возможно, последний раунд. Возможно, последний раунд. Там, тут и тут два последних раунда осталось. Домой! Наконец-то хоть кто-то закричал. Поздравляю, бро.
Спасибо. 13-15. Он очень волнуется. Очень сильно. О, все, поздравляю, поздравляю. Ты наш победитель, 1-4. Расскажи, какие у тебя эмоции? Ну, было тяжело, чуть не залил, 15-12. Ты считаешься фаворитом? Это здорово, приятно. Ну, я хотел руку пожать своему оппоненту, но он уже убежал, мне сказали. Серьезно? Давай найдем его. Не, он, по-моему, мне сказали, что он доплатил и с концами свалил. Он ушел прям? Кузьминых. Добрый день, Кузьминых. Спасибо за игру. Вот, передай ему слова, которые ты хотел сказать. Бро, очень неплохо сыграл. Было приятно с тобой на одной карте находиться, стреляться. Желаю тебе успехов, короче. Очень-очень благородно, бро. Молодец, молодец. Ты выиграл сейчас еще одну игру. Да. Ты играл против ботов или хороших игроков? Против Трикаэла. Да, я 2500. Вообще, типа, не надо думать вообще о победе. Играйте, типа, в свое удовольствие. Не надо думать вообще, типа, ты просто двигайся, как играешь дома, и все. Ничего сложного нету. Ты бегаешь, стреляешь, и ты убиваешь. Ничего легендарные сложного. Слова, бро. Ладно, желаю тебе удачи дальше. Так, ну что ж, получается, сейчас новая сетка будет. Кого ты считаешь фаворитом? Кого бы ты хотел? Честно, мне понравился парень Александров. Если он сейчас, кстати, выигрывает Хаба, фаворита этого турнира, этого Питера вообще, за него все болеют. Если Александров выигрывает, он побеждает. Я очень, мне понравился просто, как он общается, такой дружелюбный. Friendly, поэтому я буду топить за него. А Хаб? Он пиво пошел пить. Поэтому алкоголь осуждаем. Ребят, ну что ж, сейчас начинается самое интересное, потому что 1-4. А здесь у нас люди, десятка против десятки, и Балюк и Демерикс. И самая интересная игра — это Хаб против Зюмаса. Я честно могу сказать, честно, я за него топлю, я болею за него. Пока что 5-6-2. Пока что 6-2, и у него все очень близко. 12-7. Я честно, я хотел, чтобы он выиграл. Два раунда до победы. Один раунд. Хорош. Ребят, Александр выигрывает. Все уже? Бро, как тебе? Но это был один из самых сложных противников. Легко. Какие у тебя эмоции? Приятно. Мне капитан команды Повел писал, что это СПБ известный Аймер. Пьет пиво и выигрывает. Он выпил пиво и сейчас не смог выиграть. Ты перебил его. Англучка. Да. Не, чувак, было интересно. Давай, сейчас у тебя скоро будет там вторая, готовься. Мне тут дали инфу, что самая большая поддержка здесь у этого парня. Это вы его поддерживаете, да? Ай-яй-яй, хорошо. Один раунд остался до победы. Выход в полуфинал прямо сейчас. Один раунд. Да! Умничка! Поздравляю. Одна, вторая. Так, ты, какие у тебя результаты? Я проебал. Проиграл? Как думаешь, почему? Начал сильнее, наверное, просто все. Московский чел его выигрывает, который приехал из Москвы сегодня. Московский чел в 1-2, я боюсь. Ладно, спасибо за участие, бро. Было близко, было близко. Ай-яй-яй. 5 кп оставляет. Один раунд до победы. Ай-яй, собрался. Ай-яй-яй. Да. Поздравляю. Так, ну что ж, по сути, все. Прямо сейчас начинается 1-2, и тут уже будут их демки. Мы уже будем смотреть, как они играют по-настоящему. И видеть все эмоции игроков. Посмотрим, кто с кем играет. Так, 4 финалиста. Полуфиналиста. Богданов играет против Жамулаева. Вы оба. Тимофей из Москвы играет против Александрова. Первый столик. У вас первый столик, у вас второй. Меняйте столы. Такие вот дела. Все, сейчас будет очень плотно. Я топлю за Александрова. Очень сильно топлю. Потому что он из Питера, как минимум. Во-вторых, чел вообще неприятно. Ребята, пишем рейди. Пишем рейди. Сейчас начинается полуфинал. Играть будут пока вот эти ребята. Первый столик и первый столик с другой стороны. Августин Гордый против Балюка. Августин, расскажешь, какие у тебя эмоции? Как ты думаешь, как у тебя получится сыграть? Выиграю. Выиграешь? Да. Ты уже с ним играл? Нет. А ты его знаешь? Нет.
Я здесь вообще никого не знаю. Вообще никого не знаешь? Желание есть выиграть, потому что вы его ставите как фаворита. А когда ты последний раз играл на лане? Я вообще не играл. То есть ты сейчас впервые играешь на лане и уже полуфинал? Компьютер полгода назад появился. Появился? Да. А, у тебя есть дома комп? Первый, да. Сейчас у вас на экране будет показан его компьютер, который был в заявке. Так, ну и второй полуфиналист Богданов. Сейчас у вас на экране его компьютер, который сейчас у него дома. Какие у тебя мысли по поводу игры? Нужно спокойно выиграть. Как и все прошлые, да? Не, неспокойно прошлые были. Ну, я думаю, тогда можно начинать. Ради прописывай и желаю тебе удачи. БО1, слушайте, БО1 или может БО3? Полуфинала БО3 может быть? Да. Давайте. Поднимите руки, кто за БО3. Они не решают. Они? Я не поднимал руку. А БО1? Ладно, прямо сейчас мы решили все вместе, что полуфиналы будут играться в БО3. Послушай, первая карта АИМАП, вторая АВП и третья пистолеты. 2-0 уже, выигрывает. Сейчас у нас 14-15. 15-15. Вот так вот. Но! 18-17. Один раунд до победы. Так, полуфинал, вторая карта, АВП уже. Сейчас уже не только нужно уметь стрелять с калаша. Это умеет делать каждый второй. Здесь нужно уметь делать фликшоты, как сейчас делал Балык. Да, бля, опять в ногу. Ай-яй-яй! 15-15! Ай. Игра пошла. Один-один. Последняя карта. Пистолеты. Самая быстрая рука на диком
Сейчас начнется финалка. Да, все. Чувак, ты в финале. Ты в финале. Так, я тебя поздравляю. Ой, точнее, сори. Хорошая попытка. Не, ну в камбэк был очень хорош. Ой. Что думаешь о противнике? Противник? Выиграет турнир? Нормальный игрок, турнир не выиграет. Ну ты хорошо держался. Я уже был на первой карте. У тебя был хороший камбэк на первый, да? Камбэк, я забрал первые два раунда, но у меня начали дергаться руки из-за нервов, и я сбил. Спасибо за участие. Хорошо. Это одна из самых плотных катов, которая была сегодня. Качели каждый раунд. Четырнадцать десять. Шестнадцать одиннадцать. Нормально. Еще и сейчас будет АВП-карта. АВП-карта. Ай, как же он занимает позиции. Охуеть! Просто пизда! Ай! Блядь, я думал пизда, все, на третью карту летим. Все хорошо, бро, ты был хорош. Поздравляю, ты в финале. У меня тильт был на второй карте. Почему? Потому что это авики, самый худший ган в игре. Ты папочка зол. Друзья, вы можете пожать руки, как минимум. Прямо сейчас между вами будет финал. Победитель получает это и еще плюс кресло. БУ3. По факту шансы у вас очень разные, потому что у тебя 3-4 стояло. У тебя сколько эло? 2-200. То есть разница реально огромная. Пока коэффициенты все-таки идут в сторону его. Но ты можешь сделать историю. Ты можешь сделать прямо сейчас историю. Прямо сейчас начинается финал. Финал турнира, где победитель получит прокачку ПК. Ну что ж, первая карта. Аймап. Я болею за питерского, буду честен, потому что я не знаю, что с Москвой делать, если он выиграет. Ну, правда. Я тебе желаю удачи в любом случае. Но шансы, как по мне, больше у московского. Там по элла разница огромная. Ну и по стрельбе я вижу, как он играет, как противник. Пойдем посмотрим, что у противника. Так, у тебя уже своя поддержка есть, как обычно. Желаю тебе удачи. Все, давай, соберись. Ты можешь его обыграть, давай. Я
Ебать, он разнесся. Ой, как хорошо. Ой, блядь. Да, господи, что? Да! Чувак! Как такой нельзя было забирать. Чувак, он 3400. Давай, на ВП так же, бро. На ВП на так же. Прямо сейчас начинается последняя или, возможно, вторая карта на этом турнире. Это прямо сейчас решится, кто забирает компьютер. Восемь два. Девять два. А показалось. Ебать, блять, а можно было на прошлый так же, блять? Это пиздец. Прямо сейчас остается последний раунд. Можно было первого, блядь, так же выиграть легко, блядь. Так, 6 пистолеты остались. О, блядь. Ой. Ладно, не будем так. Ой, да кто ты такой, блядь? 5-5. Ничья. Я в ахуе. Первая половина шикарна. Я, честно, не хочу на это смотреть, я в рады. Результат этой игры очень сильно решает, очень сильно. Хорошо. Это нельзя было делать. Это шикарно. Это шикарно, бро. Чувак, ты же понимаешь, что ты 2200. Ты смог это сделать. Я правда, я не верил в последнюю игру. Можешь пожать руки. Ты меня изнасиловал нами, как я. Ну, это было очень хорошо, бро. Спасибо за участие. Прямо сейчас. Вы увидели то, что не должно было происходить. 2200 Элла обыграл 3400 на очень-очень неожиданной карте. Прямо сейчас то, что сзади тебя, это уже является официально твоим. Прокачка ПК, следующая твоя. Поэтому я предлагаю похлопать победителю просто... Это был очень большой коэффициент на победу. На этом заканчивается этот ролик. И остается прокачка ПК. Как мы посмотрим, что будет твориться, мы все это установим и начнется настоящий выпуск прокачки. 5 июня уже на канале. Не забудь подписаться, чтобы посмотреть, что будет дальше. Спасибо всем за просмотр. Поздравляю тебя еще раз. Сейчас начинается новая история уже с прокачкой ПК. Всем спасибо большое. Пока.